Никаких отсрочек! Через полчаса должно быть все вывезено! Не вывезешь, судить будем! Вот так! Да, я окочет. Не успеешь? Плохо. Тогда вот что, поджигай! Как чего? Склады, склады поджигай! Кто отвечать будет? Советская власть! Вот черт! Значит, вот так, товарищи. Понимаем, Степан Гаврилович. Понятно. Как придем, сразу всех, кто может носить оружие, в лес. Правильно? А то в Плавни или в Камыши. Мы оттуда беляков били. Очень здорово получалось. Да? Только вот народу-то маловато. Да. Мальцы, бабы, да мы старики. Товарищ секретарь, а как с оружием и патронами будет? А ведь оружия-то нет, товарищи. Нет. Нет. Сами должны соображать. Вы люди надежные, бывалые. Соображаете? Да, на трудное дело мы идем. Ну ничего. Авось Бог милостив. Прощай, Степан Гаврилович. Прощай, товарищ Глущенко. До свидания. До свидания. Товарищ секретарь. Вы держите связь. Будет возможность, поможем. Спасибо. До свидания. Степан Гаврилович, ну как с этим делом поступить? Взять. Это непременно взять. Хорошо. Да, я. Ротман, не успеешь? Тогда нужно уничтожить. Да нет, закапывать нельзя. Взрывать станцию я не дам. Да это не глупости. Это наше добро, наше достижение. Это лучшие годы. Я не могу, Степан. Мне жалко. И мне тоже жалко. Но сейчас другого ничего сделать нельзя. Немедленно отдай приказ взорвать. Здравствуй, Степан Гаврилович. А, товарищ Русов, здравствуй. Ну, как там дела на станции? Полный компот, Степан Гаврилович. Мы на путях такую кашу устроили, что немцы за месяц не разберутся. А вагоны, груз? Все угнали, все, что было, подчистую. Молодцы. А это кто с тобой? Это дед мой. Дед? Так точно. Гаврила Русов, здравия желаем. Здравствуй. А куда же он так собрался? А с вами? С нами? А ведь мы, папаш, не на охоту. А это мы соображаем, что не за куропатками. Да это вы на мое ружье не глядите. Оно волка берет. А между прочим, немца тоже хорошо брала. Вон она, как бухает. Я ведь с ним, с немцем-то, в третий раз встречаюсь. Ну? В третий. Трепанул он нас в 14-м. Ох, трепанул. Так трепанул, что из наш лейб-гвардии его императорского высочества, великого князя Сергея Александровича, полк верст 40 драл без оглядки. Вон, брат, как. Да, ну ничего, ничего. Рассчитались мы с ним за это в 18-м. Так, брат, рассчитались, что от всего ихнего, их императорского высочества, кронпринца Рубрихта Баварского полка, ни хрена не осталось. Вон, гляди, в третий лезет. Да, да. Ну ничего, посмотрим, как оно получится. Одну только скажу, держава наша крепкая. Да, ничего, держава. Ну что, Степан Гаврилович, берем мы его или как? А мне на это вашего разрешения не требуется, молодой человек. Придется взять старика. Берем. Ну еще. Что? Что? Ну ладно. Ну, не возьмет, не возьмет. Ух ты, лягушка. Во, выкуси. Да что ты? Ну, так, так, хорошо. Вот что, Наташа, слушай меня внимательно. Я слушаю вас, товарищ Кочет. Да, грузим. Да почти все. Я Костя Кричевский и Вася Грошев. Быстрее заканчивайте погрузку, перерезайте провода, и чтобы через 5 минут вашего духу не было. Понятно? Степан Гаврилович, а как же я? Вы же обещали меня взять с собой. Что? Нельзя. Ну так вот что, Степан Гаврилович, я все равно отсюда никуда не поеду. Я связистка. И мое место с вами. Нет, голубушка. Нет, нет, нет. Быстрее грузитесь в машину и сматывайте манатки. Нет.
Ну, будь счастлива, девочка. Прощай. Спасибо, спасибо. Так, значит, телефона у нас тоже нет. Вычеркивай, Степан. И водопровод, и элеватор. Все это мы сейчас прикончили. Ох, и тяжело, черт возьми. Строили, строили, и вот... Ну ладно, будет тебе. А свет? Свет почему горит? Разве электростанция... Ротман, Ротман копается, душа из него вон. Да, черт. А ты куда, Степан? Я сейчас, собирайтесь, мигом. Митингуете? Очень подходящее время выбрали. Молодцы. Кто председатель? Товарищ Кочет, мы считаем, что... Инженер Ротман! Товарищ Ротман, вы начальник станции. Почему она до сих пор работает? Я не могу, товарищ Кочет. Убейте меня. Но не могу я взорвать, не могу. Товарищ Ротман, коммунисты ретряс. Степан, мы закопаем всю эту землю. Нельзя, Семен. Мы закопаем так, что ни одна душа не узнает. Нельзя, Семен. У нас нет на это времени. Надо взорвать. Взорвать? Взорвать нашу станцию, взорвать эти машины, взорвать то, что мы создавали своими руками. Нет, я этого не позволю. Ты что, немцам хочешь оставить? Врагу путь освещать, помогать ему? Не говори так, Степан. Я сам все понимаю, но не могу я. Сил нет. Ты можешь? Тогда уходи. Уходи отсюда, тряпка. Все уходите. Я сам взорву. Товарищ Седов. Я, товарищ Кочет. Заряды подложены? Подложены, товарищ Кочет. Для взрыва электростанции все готово. Хорошо. Приказываю немедленно всем удалиться. Пошли, Седов. Здорово, ребят. Здорово. Здравствуй, Семен Абрамович. Здравствуйте. Где Кочет, Семен Абрамович? Кочет. Он там. Он меня выгнал. Я не мог. Не мог. А что же станция, Ротман? Почему свет горит? Сейчас. Сейчас. И все. Смотрите, друзья, смотрите и запоминайте. Это горит наш с вами город. Все, что мы создали, все, чем жил наш маленький советский город, все это мы уничтожили. Враг не найдет для себя здесь ни хлеба, ни воды, ни света, как не найдет он здесь для себя ни покоя, ни отдыха. Здравствуйте, товарищи. Секретарь райкома, товарищ Кочет, здесь? Да, это я, товарищ. Можно вас на минуту? Через 10 минут мы уходим. Торопитесь, товарищ Кочет. Всего доброго. Ну, товарищи, расходитесь быстрее. Враг очень близко. По одному. Вот твоя, пробирайтесь в условные места. Быстро, товарищи, быстро, быстро, быстро!
А ты, Степан, вы идите, а я догоню вас. Уезжаете? Так. Стало быть, конец советской власти. Не доглядели. Обманул, выходит, нас немец-то. А ты, дедушка, почему же не уехал? Старуха моя плоховольна. Умрет, хоронить некому будет. А, ну тогда прощай. Вы того. Возвращайтесь. Не оставляйте нас немцу-то. Вернемся, дедушка. Обязательно вернемся. Ну, прощай. Прощай. Стойте! Подождите, Степан Гаврилович! Подождите! Степан Гаврилович! Ты почему не уехала? Где оборудование? Мы все погрузили и отправили, а сама к вам, партизаны. Что, сдурела, что ли? Что, у нас детский сад, что ли? Возьмите меня, Степан Гаврилович, я все умею! И стрелять, и гранаты метать! А, черт, садись, скорей! Поехали. Пошел! Поехали, поехали. Солдаты, еще один город пал перед силой наше оружие. Русские пекут, но они не уйдут от заслуженной кары. Это племя рабов. Смотреть на это знамя побед, оно развиваться над Париж, Прага, Варшава, Амстердам, Брюссель. Недалек тот час, когда это знамя будет развиваться над столицей России, Москва, над Петербург. Это знамя будет развиваться над всей мир. Хай, Гитлер! Хай, хай, хай! Хай, Гитлер! Хай, хай, хай! Хай, Гитлер! Хай, хай, хай! Хай, Гитлер! Села. Засожженные города и села. За смерть детей и матерей наших. За смерть детей и матерей наших. За пытки и издевательства над моим народом. За пытки и издевательства над моим народом. Я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь. Кровь за кровь. Смерть за смерть. Смерть за смерть. Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагами. Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагами, чем отдам себя, свою семью и весь народ мой в рабство кровавого.
нашего фашизма! Кровь за кровь! Кровь за кровь! Смерть за смерть! Смерть за смерть! Кровь за кровь! Смерть за смерть! Пожалуйста, ваше благородие. Плох. Ганс. Гуд. Хорошо. Реш. Слушайте, ваше благородие. Милости прошу. Что делать с ними, Степан Гаврилович? Что делать с ними, товарищ Потапенко? Солить и мариновать. Да. Ну, всех фашистов расстрелять. Есть, пошли. Ну, а ты чего стал? Иди. Да кто это? Я русский. Товарищ командир, я русский. Я православный человек. Вот мой крест. Я все молитвы знаю. Эти наши жизненные бесипы. Ты выдал хлеб колхозников врагу. Ты хотел уморить их голодом? Расстрелять его, к чертовой матери! Господин командир, я же русский! Русский я! А ну иди сюда, гляди. Факт. Пойдешь оврагом через Березняк так. И прямо к речке. И жди нас там. Ясно. Ясно, ну вот. А ты, постой, Ивин... Постой, Степан. Кто это там? Где? А вон, гляди. А ведь это Наташа. Ох, и лихо скачет. Да. Боевая девчонка. Степан Гаврилович! Степан Гаврилович! Степан Гаврилович! Там из города по шоссе на Белополье едут штабные машины.
доктор Оберст! Господа! О, донор Веттер, это черт знает что! Эти мерзавцы на территории занятой германской армии действуют у себя как дома! Долго это будет продолжаться, господин обер-лейтенант? Мы делаем все, что возможно, господин полковник, но это какое-то бедствие! Партизаны неуловимы. Партизаны возникают как гром и исчезают как дым, господин полковник. Гром, дым! Объявить наград 100 000 марок за поимку этого мерзавца, этого сукиного, ну как его? Хочет-то, господин полковник? Да, хочет-то. Позвать ко мне лейтенанта Германа Альбрехта. Слушаюсь, господин полковник. Я здесь, господин полковник. Вы работали в русском отделении? 5 лет, господин полковник. И бывали в России? 12 раз, господин полковник. О, садитесь. Оставьте нас одни. У меня, лейтенант, будет для вас особое поручение. Подожди-ка. Давай, ребята! Жив, а? Живой. Полегче, полегче. Несите в тень. Постереги его, Федя. Осторожней. Ну как он? В порядке. Кто вы? Друзья. Друзья. А. Ну, а ты кто будешь, товарищ? Командир танкового взвода, лейтенант Орлов. Номер части назвать не могу. Тайна. Ну, это понятно. А как ты к немцам в плен попал, лейтенант Орлов? В плен, но я не был. Мой танк разбил снаряд. Из всего экипажа живой остался я один. 5 дней к своим пробирался, и вот попал. Так, да. Ну как, здорово там? Нет, слегка задело. Скоро поправитесь. Спасибо вам. Что думаешь делать дальше, товарищ? Малс, поправлюсь и буду пробираться к своим. К своим. Сейчас это далеко. Трудновато будет. Товарищ Орлов, а может, ты с нами пока останешься? Подумаю, товарищ командир. Конечно, оставайся, нам люди нужны. Может, останусь. Ну вот, товарищ командир, готово, переоделся. А, да. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. А что, нехорошо. Хорошо. Давай проверим, Гавриил Федорович. Тут давай, давай. Как тебя звать? Пентюшкин. Тимофей Устинович Пентюшкин, ваш благородие. А где ты живешь? А это село Подшибня, здешнего района, ваш благородие. А куда ты идешь? Так вот, Петрищева на заработки, ваш благородие. А какой есть твой профессий? Косари, мы косари, ваш благородие. Правильно. Все правильно. Молодец. Ну, так вот. Артист. Да. Ну, получай, Петрушкин. Не, Пентюшкин, ваш благородие. Ну, Пентюшкин, а дело у меня к тебе, Гавриил Федорович, вот какое. Слушаю вас, Степан Гаврилович. Садись. Так. Пойдешь ты на хутор Михайловский. Так. Есть там отряд колхозников. Так. Найдешь их председателя, Глущенко. Поговоришь с ним, побеседуешь с колхозниками, ну, расскажешь наши новости. Увидишь, Гаврила Федорович, как их дела там, как настроение, разъяснишь, что понадобится. Ну, понятно, скажем, как агитатор. Во-во-во, ну, значит, и обратно. Ну, а по дороге посматривай, запоминай. Ну, ж, конечно. Только вы, товарищ Кочет, прикажите ему свои побрякушки снять. Какие побрякушки? Молчи, идол. Чего молчать, идет в разведку, имеет особое задание. А 3 Георгия на цепи. Какие Георгии? Да вон они у него под зипуном. Ну ладно, пошли, ребята. Нет, погоди, нет. Дай, ой. Погоди, давай. Погоди, погоди. Ну, чего она не глядит? Ну, кресты как кресты. Ну, да. А ну, ребята, расстегивай. Показывай, показывай. Сашка. Мать честная. На, вот, гляди, во. Ух ты, ребенок, парень. Ну, смотри, вот, ой, красота. Гаврил Федорович, а за что ж ты их получил?
За веру царя и отечества, вона. Странно. А-а-а. Как же так? Партизан, агитаторы вдруг? Да, неудобно. Ай-яй-яй. Неудобно? А я вот вам что скажу, у товарищей. За веру это бог с ней. За царя, конечно, хрен с ним. Отечество, оно всегда остается. Не меняется наше отечество. И нет такой силы, чтобы его изменить. Вон она. Правильно говоришь. Ну как же он пойдет с этими крестами, Степан Гаврилович? А вдруг немцы? Внучек мой, зеленый еще, весь бабушка. Ух ты! А то вот гляди, гляди. Ну, иду, скажем, я в разведку. Иду лесом. Иду полем. Вдруг. Немцы! Кто? Что? Откуда? А я при крестах. Старый, дескать, царский служак, ваш благородие, Пантюшка. Я на карике. Ловко. Ну что же, дед, носи их на здоровье. Как, товарищ, не возражаете? Ну нет. Ну тогда ваш дед. Товарищ Орлов. Это же радио, настоящий передатчик. Ну и что? Ведь я, Наташа, всю жизнь мечтал об этом. А чего ж тут мечтать? Это очень простое дело. Ну что вы, Наташа. Ну, конечно. Я думал, Наташа, стать радистом. Поехать в Арктику на север. Бури, ветер, снега. Бесконечные снега вокруг. А я один у аппарата. Весь мир слушает меня. Я даю погоду кораблям и самолетам. Я указываю путь затерявшимся во льдах рыбакам. И вот война. Когда теперь? Эх, мечты, мечты. А это дело поправимое, лейтенант. Вот останетесь у нас и научу. Ой, правда? Ну да. Я вам всю жизнь буду благодарен. Ну, ерунда. Если хотите, мы можем начать хоть сейчас. Вот здорово. Это приемник, а это передача. Я немного разбираюсь, я же танкист. Ну и очень хорошо, я выключаю приемник и включаю передачу. И можно стучать ключом. Ну кто же так стучит? Подождите, положите руку, вот так. Ну, давайте, ну, легче, легче. Лагерь Кочет, Авдоринзель Интердамдорф, Гаринка. Глушенко, Майерай Михайлов. Браво, лейтенант. Браво. Немецкий пулемет МГ-34 может быть использован в качестве ручного, станкового и зенитного. А при специальном креплении даже установлен в танке. Пулемет этот может стрелять при магазинном и ленточном питании. Дальность огня его на станке 2000 метров, на руках 1000 метров. Калибр 7,92 миллиметра, вес 12 килограммов. Ясно, товарищи? Продолжаю. Сейчас мы все вместе по моей команде будем разбирать и собирать пулеметы. Внимание, товарищи! Открыть крышку короба. Персоном курган лежит под курганом, заросшим бурьяном, матрос железняк партизан. Он шел на Одессу, он вышел к Херсону, за сам.
Эй, дядько! Кого шукаешь? А? Кого ищешь? Дома! Батюшу! А ну иди сюда! Иду! Иди сюда! Да иду! Газ не стреляй! Живьем возьмем! Немцы! 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 У протоки. На мазках. На мазках? Так, товарищи, в ружье. В ружье, быстро! Быстро! В ружье, товарищи! В ружье! В ружье! В ружье, товарищи! Черт возьми! Что это могу значить? Кто дежурит на мазках? Семен! Седов, Степанов, Лужник и бухгалтер. Наташа, выключи аппарат! Я Береза! Я Береза! Береза! Степанов, ты? Так. Товарищ командир, здесь немцы, немцы. Они проникли на остров. Они бегут сюда. Все ближе и ближе. Товарищ командир. Клен, клен, клен. Убит. Степанов. Семен, взрывай мозги. Есть, взрывай. Будь у телефона, Наташа. Есть. Быстрее, ребята, быстрее! Заряжай орудие, готовь пулеметы! А на ходу проверите! Все торопитесь, все на пригорок! Так, а пулеметы? Пулеметы вас догонят. А ну, сверим часы. Сейчас 15.05. 15.45 оставшимся ребятами удари через лес, и тогда действуйте. Да, вставай, ребята. Товарищ командир, что с боеприпасами? Куда? К реке и на лодке. Есть. Степан Гаврилович, здесь трое раненых. Что с ними делать? Знаю, к реке, на лодке и в заречье. О, хорошо. Товарищ лейтенант, как с пулеметами? Через 1-2 минуты будут готовы, товарищ командир. Хорошо, действуйте, ребята, Степан, действуйте. Степан Гаврилович, к телефону! Иду. К телефону, берег. Береза слушает! Слушает Береза! Сверху к острову на лодках подходят фашисты! 2 катера, 6 лодок! 2 пулемета, 1 миномет! Что, сколько? Да так будет человек около 200, Степан Гаврилович! Хорошо, Плетнюк! Продолжай наблюдать! Товарищ командир, пулеметы к бою готовы! Хорошо! Вот что, ребята! Нас окружают! Придется прорваться! Понятно. Товарищ Орлов и Смоляк, берите ваши пулеметы и кройте, что есть духу, к реке. Засядьте в кустах у будки бакинщика и действуйте по обстановке. Ясно? Есть. Есть. Выполняйте. Есть. Товарищ Орлов! В реке! Товарищ лейтенант, подождите! Подожди, Смоляк! Что, Наташа? Товарищ лейтенант, у вас нет оружия. Как нет? А пулемет, гранаты? Нет, нет, это не то! Возьмите револьвер! Скорее, лейтенант! Спасибо, Наташа! Спасибо! Скорее, черт, задерживается! Пошли! А вы, ребята, тащите свои пулеметы на горку Потапенко и передайте, чтобы он оставлял заслон, поджигал кусты, делал завесу и отходил к реке. Понятно? Понятно! Действуй! Наташа, ты в лагере остаешься одна. Забирай свой передатчик. Хорошо! Облей все бензином, подожги и к реке. Хорошо, Степан Гаврилович! Действуй! Только не задерживайся! Нет! Чем вы здесь? Мы партизаны Железного Тараса. Где ваш командир? Где кочет? Вы немцы!
Сейчас 16:45. В Скотте там что-то приключилось. Быстро отводи ребят к реке и в заречье. А ты? А я с Валюшкой и Федором Никитичем остаюсь здесь, да, пока их задержу. А Жан Палыч, что? Лучше я их задержу, а ты отходи с ребятами. А еще Ротман без дискуссии, живо! А ну, ребята, Федор Никитич, берите миномет, за мной, ложись! Ну, сдавайся! Сдавайся! Руки не сдаются! Русские не сдаются! Что с пулеметом? А черт! Наташа, а ну быстро к пулемету! Есть! Ну! Что с пулеметом? Где Смоляк? Убит! Он! Наташа, где Кочет? Там, за опушкой на горке! Есть! Пулемет! Товарищ командир! Кто отряд? Отряд подходит туда! Передай Потапенко! Потапенко убит, товарищ командир! Убит! Передай Ротману! Ложись! Что? Вы же пулеметчик стреляете! Пошли, Наташа!
спасательный отряд, посланный для уничтожения партизанской банды Кочета, разбит, уничтожен, сожжен. Лжешь, трус, ты позорно бежал? Где майор фон Клюге? Убит. Роберт Янсен? Убит. Лейтенант Кишта? Убит. О, verflucht noch einmal, Holz der Teufel! Капитан Бенфор! Фогел! Немед отправиться на хутор Михайловский, цех захватить, хутор сжечь, все сжечь, все! Хвалиться нам, Гаврил Федорович, перед вами нечем. Понемножку стреляем, понемножку взрываем, обозы перехватываем. Ну, а геройских дел каких-нибудь особенных у нас нет. Какие там герои? Мы поначалу так пужались, прямо срамота. Но мы думали, что фашист это дракон железный. Вроде как, значит, антихриста. Во-во. А потом рассмотрели. Мужик он чепуховый, хлипкий. И ежели приноровиться к нему, то убивать его можно очень даже обыкновенно. Как говорится, молодец против овец, а против молодца, так и сам овца. А вот, товарищ делегат, у нас с Дмитрием Ивановичем к вам вопрос имеется. Да-да. Ну что ж, давай, выкладывай, разберемся сообща. А видишь, дело-то какое. Да. Немец-то уж больно далеко на нашу землю зашел. Верно, ну. Ну и районный наш центр забрал. Так-так. Областной центр тоже забрал. Ну-ну. Ну и... того, как его. Ты не тяни, ты не тяни. А ты не торопи, Митрич, не торопи. Тут дело такое, сразу не выговоришь. Душа разрывается. Так вот, товарищ делегат, немец-то, говорят, до самой нашей Москвы дошел. Что ж дальше-то будет, а? Дальше? Дальше. А дальше, мужики, я думаю, так будет. Подойдет немец к Москве, подойдет. Только поцелует эту, как ее, пробой. И побежит обратно домой. Потому что, мужики, нет такой силы на земле, чтобы русский народ закабалить. Вот я машинист. 40 лет езжу на паровозах Т-капот F-32. 32. Весь Советский Союз исколесил вдоль и поперек. По законам военного времени всякий, захваченный с оружием в руках, подлежит расстрелу. Знаю. Но ты, бандит, можешь спасти свою шкуру, если будешь честно и правдиво отвечать на все вопросы. Спрашивайте. Партизанский отряд Кочета знаешь? А кто же его не знает? Сколько в нем есть партизан, а? 1000. Врешь, бандит! А ты поди проверь сам. Unverfluchte Bande! Schweine, Bande, Schweine! Bande! Robert Lieutenant! Nehmen Sie sich zusammen. Im Guten muss das gemacht werden, im Guten. Jawohl. Jawohl, Herr Oberst. Скажите, дорогой мой, откуда партизаны получают столько оружия? Кто им помогает? Как кто? А вы? Наши солдаты? Зачем солдаты? Офицеры помогают. Кто? Фамилии? А вот он. Это шантаж! Зачем шантаж? Никаких шантажов! Что, разве мало мы у тебя в округе оружие-то забрали, а? И остальное, что есть, тоже заберем. Все наше будет.
ты шутник, мой милый. Такой уродился. Такой и умрешь. Убрать. Следующий. Гаврила Русов. О, Гаврила Русов. Так точно, ваше благородие. Гаврила Русов. Ай-яй-яй. Как же это так, Гаврила Русов? Старый солдат, получивший от царя-батюшка столько замечательных наград, и вдруг большевик, партизан. Нехорошо. Да, 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 ваше благородие. По законам военного времени вас надо вешать. Слушаюсь, ваше благородие. Но мы немцы. Любим и уважаем героев. Если будете нам помогать, как поймать этот кочет, мы будем вас прощать. Освобождать и выдавать вам 10 000 немецких марок. Понимаешь? Будем вам строить хороший дом. Выдавать 2 коров. Коров? Вот спасибо, ваше благородие. Спасибо, ваше благородие. Спасибо, ваше благородие. А если я не скажу? Тогда будем вешать. Ваше благородие. Ваше благородие. Ваше благородие. А вы не надуйте. Ну что ты, Русов, как можно? Да-да-да. Значит, 10 000, да? А? Дом, да? Ага. Корова. Нет, 2 коровы. 2. Ну да, 2. Ага. Ваше благородие. А если не скажу? Тогда будем. Ну да, 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 да. Ну что ж, хер генерал, согласен. Господи, помилуй. Вешай, мать твою, так! Вешай, вешай, сволочь! Всех не перевешаешь! Россия большая! Нападение против германской армии за укрывательство бандитов партизан сейчас здесь, на этот виселиц, будут повешены бандиты партизаны Гаврила Русов, Иван Миронюк, Антон Некрасов, Исай Бекер. Всем жителям города запрещается в течение 10 дней снимать трупы бандитов с виселиц. Виновные будут расстреляны. Полковник Бакенау. Прощайте, товарищи! Не забывайте нас! Никогда не забудем! Никогда! Эй! Постой! 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 Куда? Толк, кто будет опознавать этот мужик, секретарь райкома хочет, получает большую награду. Тот, кто германское командование будет обманывать,
Мы будем стрелять! Тот, кто будет опознавать, нет, этот не он. Мужик, нет, секретарь, кому хочет, получает большую не он. Награду. Нет, это тот, не кто германское командование нет, не будет обманывать, мы будем стрелять! Это не он. Тот был начальник, а этот какой-то мужик. Остановить! Фогель, Сумир! Побрить, постричь, помыть, переодеть! Слушаюсь! О, хороший русский мужичок! Ну, иди, иди сюда, не бойся. Ну, смелей, смелей. Вот так. Хороший русский мужичок. Ну, как тебя зовут, голубчик? Азиат. Фамилия как? Охрипенко, ваше благородие. Охрипенко. Охрипенко. Ну, кушать хочешь? Премного благодарен. Ну, садись, садись, садись. Садись. Боюсь обидеть вас, ваше благородие. Аппетит у меня огромадный. Вам, наверное, самим все это надо. Не, кушай, кушай, кушай. Ну, ваше благородие. Не обессудьте. О, а? Вилька, угу. Ножик, угу. Салфетка. Дикши, дикши. Кушай, кушай. Угу. А скажи, голубчик, откуда ты? Ась? Из какой деревни? Час? Где проживаешь? Из Воробьижмы, ваш благородие. А. Угу. Ну и много там у вас, это... партизан? Нет, ваше благородие. Нет, ваше благородие. У нас земля не пахотная. Болото и топи. Ну вот уголь жгем и в город продавать его возим. Ну пей вино, пей, пей. Принок благодарит. Ваше благородие. Ваше здоровье, наше почтение. А, ну наливай еще, наливай, пей, пей. Ваше благородие! Вот есть все-таки из вас мерзавцев хорошие люди. Ну, конечно, конечно, бывает. Ваше здоровье, наше почтение. М? О, ты мне очень нравишься, голубчик. Пьем еще, наливай. Ваше благородие! Очень люблю русский народ. Как это у вас? Вниз по матери, по Волге. Ах ты, гад паршивый, шкура продажная, родиной торгуешь, с извергами водку пьешь, Иуда проклятый, а еще секретарь большевистской партии убью! Обожди, змей, придет время, и тебя с этими извергами, с этими бандитами прикончат! Экхайман! Я понимаю, что делал. Эх, дед, дед. Комедия окончена, товарищ секретарь. А вы, как всегда, на провокации работаете. Каждый работает, как умеет. Важен результат. А результат не в вашу пользу. Lassen Sie uns allein. Zu Befehl, Herr Oberst. Also weg, Klaus. Jawohl, jawohl. Садитесь, товарищ секретарь райком. Курите. Это лучшие в мире. Французские. Краденые. Вы чудак. У вас у русских наивная психология. Вы думаете, что упреки в убийствах, грабежах, насилиях могут нас смущать или оскорблять? Нет, я этого не думаю. Я сказал вам, что вы мерзавцы. Поэтому курите ваши сигары сами. Если позволите, я закурю нашу русскую махорочку. Курите, что хотите. Угу. Ну, а теперь давайте говорить по душам. Нам нужно получить некоторые сведения о действиях партизанских отрядов. Не думаю, чтобы от меня вы их получили. Не надо упрямиться, иначе мы будем вас немножко беспокоить. А, делайте, что хотите. Ни черта вы от меня не узнаете.
Петрович умный человек. Вы должны понимать, что борьба с нами бесполезна. Армия ваша разбита и советы разгромлены. Не совсем так, полковник. Борьба только начинается. Позвольте прикурить. Вы чудак. Вы, может быть, еще надеетесь на победу? Я уверен в ней. Руки их. Встать. Встать, сука! Вы... Ни слова. Убью. Мальчу, мальчу. Вы, конечно, как умный человек, понимаете, что мне терять нечего. Понимаю, понимаю. Очень хорошо. Кленчик на всякий случай я тоже прихвачу. Эх, полковник, как бы я тебя сейчас хорошо пристрелил. Но до следующей встречи. Пока. Вахе! 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 Красные армии так не поступают. Там, если командир в опасности, то бойцы не бросят его, не убегут. И не будут, как мы, беспечно сидеть на месте и третий день ждать чего-то. Это верно. Что ж ты, Орлов, предлагаешь? Я предлагаю немедленно всем отрядам двинуться к городу, напасть на тюрьму и освободить Кочета. Это очень сложная операция. К ней надо подготовиться. Пока мы будем готовиться, Кочета повесит. Нет, товарищи, действовать надо быстро, смело и решительно. Эх, герой! На одной смелости ядрёный корень, как на козе, далеко не ускачешь. Тут надо все как следует быть. Обмозговать? А я вот что тебе скажу. Рисковать всем отрядом даже из-за товарища Кочета нельзя. Мне стыдно. Здесь среди партизан слушать такие слова. Кочет наш командир. Он мозг и душа нашего отряда. Мы все его любим. И каждый из нас должен жизни за него не пожалеть. А вы? Хорошо. Если вы не согласны, я пойду один. Кто со мной? Ты, Саша, идешь? Я бы пошел, но как все. Ведь там твой дед. Хорошо, я иду. Идем. По-моему, Орлов прав. Пошли, ребята. Никто никуда не пойдет. Ага. Здорово. Он запрещает идти спасать командира. Ты не имеешь права так говорить, Орлов. Мы все знаем, мы любим Степана Гавриловича не меньше, чем ты. И если бы он был здесь, он действовал бы так же, как действует Ротман. Правильно, Наташа. Я бы действовал так же, как Ротман. Куда это лейтенант агитировал их идти? А? К городу. Тебя спасать, Степан Гаврилович. А почему ты решил, что меня спасать надо? А я думал, ты к фашистам попал. А ты угадал, Орлов. Я действительно был у них. У самого Макинау в кабинете сидел. Но... Бежал. Бежал. Эх, я тебя накарил. Степан Гаврилович, Степан Гаврилович, а что с дедом, а? Где он? Дед твой, Саша, погиб как герой. Почтим память товарищей наших, геройски погибших друзей и смелых партизан. Наташ. Лежит под
курганом, заросшим бурьяном. А не кажется ли вам, дорогие друзья, что больно много у нас случайностей? Нападение на лагерь — раз. Арест Глущенко и Русова — два. Твой, Степан, арест — три. Когда три случайности подряд, это что-то уже другое. Может, предательство? Да нет, я этого не думаю. Но разобраться в этом надо. Это ты прав, Семен. Вот интересно, кто знал о моем уходе в город? Я знал, Степан Гаврилович. Я знал, Саша Русов и Орлов. Ну, вам я верю. Но Саша Русов... Саша Русов? Да я за него три раза головой могу поручиться. Это хорошо, Наташ, когда за человека, не боясь, можно головой поручиться. Значит, Саша Русов отпадает. Кто же мог польститься на объявленную награду? Орлов. Орлов? Ведь он же командир Красной Армии. Да и вспомни, Степан, как он к нам попал. Правда, для командира Красной Армии он немного взбаломошный. Ну, он отчаянный, смелый, как он показал себя в бою. Да вы же сами хвалили его, Степан Гаврилович. А потом я все время нахожусь с ним. Да? Да. Ну что ж, это очень хорошо. Он мне тоже нравится. Степан Гаврилович, ну что это вы, а? А ты не смущайся, Наташа, дурного в этом ничего нет. Ну, конечно, жизнь есть жизнь, и это всегда хорошо. Любовь, любовь, гласит природа. Вот чудаки, а! Я его своему делу учу. Он после войны хочет радистом стать, в Арктику ехать. В Арктику ехать? Ага. Радистом хочет стать? Да. А, ну что же, это очень хорошо. Только неспособный он очень. До сих пор азбуку Морзе не может выучить. Тычет, тычет пальцем. Все какая-то ерунда получается. Прямо смешно. Значит, он что же, на аппарате упражняется? Ага. А что? Может, прекратить занятия, Степан Гаврилович? Нет, зачем же? Продолжай. Это ему в жизни пригодится. Продолжай. Так. Так, 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 так. Да, да, да. Ну что ж, друзья мои, будем считать, что меня немцы в городе обнаружили случайно. Наташ, продолжай. Красной Армии продолжается. Фронт с каждым днем продвигается все к нам ближе и ближе. Поэтому, товарищи, время действия мелкими партизанскими группами прошло. Сейчас необходимо все отряды нашего и соседних районов объединить в один большой отряд. Объединившись, товарищи, мы будем внушительной боевой силой, способной на любые крупные операции. Объединение отрядов должно произойти быстро и незаметно. Для выработки плана объединения я предлагаю созвать всех командиров партизанских отрядов в субботу ночью в церкви села Покровского. Возражения есть? Вопросы? Да нет. Нет. Совещание партизанского совета считаю закрытым. Понятно. Товарищ Аникеев. Я здесь, товарищ командир. Ты бывал в селе Покровском? Несколько раз, товарищ командир. Раненых партизан тамошнему священнику на излечение водил. Ну так вот, пойдешь туда сегодня и предупредишь отца Ивана, что в субботу ночью мы соберемся у него в церкви. По дороге, конечно, поразведай и быстро возвращайся. Понял? Понял. Выполняй. Есть. Федюшин. Да? А ты крой на Митюхино болото. А? Там остатки партизанского отряда Глущенко. Передашь командиру, что он должен быть ночью в субботу в церкви села Покровского. Понятно? Понятно. Действуй. Есть. Васильев. Я. Ты знаешь село Большие Подшипки? Нет. А станцию Захрушево? Знаю. Ну, как там близко, километр 3-4. А. Так вот, найдешь Петра Сазонова, передашь ему, что он должен быть в субботу ночью в церкви села Покровского. Понятно? Понятно. Переоденься и действуй. Все в порядке, товарищ Кочет. А ты, Кузьмич, скачи с Дарьей к Тарасу. Да ты ездить верхом-то умеешь? Как дегит, ядрёный корень. А ты, Дарья? Могёт, товарищ командир, могёт, не сомневайтесь. Ну так вот, запомни, джигит. Отряд Тараса находится в лесах за селом Анисово-Городище. Анисово? Господи, Микола Угодник, да это же родина моя. 35 лет без выезда прожил, да я каждый кустик знаю. Ну вот и хорошо. Найдешь Тараса и передашь ему, что он должен быть в субботу ночью в церкви села Покровского. Понятно? Понятно, товарищ командир. А ну повтори. Эх, ядрёна корень. Не можешь. Не могу. Не могу. Но сделаю все, как следует быть. Не подкачаю. Не подкачаешь. Не подкачаю. Ну тогда крой, ядрёный корень. Таня, за мной. Товарищ Орлов,
Распорядись отправкой и проводи на посты. Есть, товарищ командир. А вы, товарищ, свободны. До свидания. Всего хорошего. Саша, а? Ты погоди, сядь. А ну-ка, Семен, закрой дверь. Запри. А тебе, Саш, задание особое и весьма секретное. Прекрасная песня. Вам нравится? Очень. И мне тоже. Она какая-то наша, русская. Простая и очень-очень душевная. Наташа, вы чудесная девушка. Я люблю вас, Наташа. И прошу вас быть моей женой. Что вы, лейтенант? Вы меня напугали. Наташа. Сейчас война. Да любви ли тут? Война обостряет чувства, Наташа. Каждую минуту, каждый миг хочется прожить хорошо, красиво, сильно. А окончится война, и если мы с вами будем живы, Наташа, заберемся мы с вами на север, в Арктику. Бурь, вихрь, снега, бесконечные снега вокруг. А мы с вами вдвоем у аппарата. Возьмем вот так друг друга за руки. Сядем у аппарата, включим эфир. И весь мир, Наташа, весь мир нас будет слушать. Весь мир, весь мир. Мы будем давать погоду кораблям и самолетам? Да-да, Наташа, да-да. Мы будем давать погоду кораблям и самолетам. Мы будем указывать путь затерявшимся во льдах рыбакам. Конечно, Наташа, конечно. Все это очень хорошо, лейтенант, но это только мечты. А действительность такова, что я должна отнести вот эти сводки Степану Гавриловичу. Вы подождете меня. Я сейчас. Наташа, дайте я вас поцелую. Вы такая чудесная, вы такая прекрасная. Потом, потом. Степан Гаврилович!
Степан Гаврилович, это шифр! Что шифр? Орлов передает шифром! Да ты с ума сошла! Это шифр, ты Степан! Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Это шифр, Степан Гаврилович, это шифр! Вы понимаете, он говорил со мной, объяснялся, делал предложение, а лицо, глаза говорили другое, и он выстукивал! Этого не может быть, тебе что-нибудь показалось, Наташа? Нет, мне не показалось, мне ничего не показалось! Орлов не лейтенант! А кто же он? Он шпион, предатель! Замолчи! Орлов мой ближайший помощник. Я ему верю. И не смей о нем так говорить. Степан Гаврилович, товарищ Кочет, уверяю вас, что это шифр. Ну почему же вы мне не верите? Успокойся, Наташа, успокойся. Вытри слезы и иди к нему. Что? Он что, ждет тебя? Да, ждет. Ну, вот видишь, как нехорошо. Он тебя ждет, а ты тут. Сейчас же иди к нему и выкинь все эти глупые подозрения. Степан Гаврилович, вы ошибаетесь. Наташа, слушай меня. Сейчас же иди к Орлову и сделай так, чтобы он успокоился. А то нехорошо получается. Степан Гаврилович! Иди! Значит, решено, товарищи. Послезавтра на рассвете во вторник все партизаны встречаются в большом овраге Кочубеевского леса. Все, товарищи. Все. Все, пошли. Вот уже светает. Давайте быстро, товарищи. Быстро, быстро. Быстро. Спасибо. Назад, товарищи! Хальт! Поднять руки! Назад! Обыскать! Герман Альберт, Самир! Хальт! Geschlossen. Herr Hitler! Heil! Befehle ausgeführte Oberst! Danke, mein Lieber! Bravo! Heil Hitler! Heil! 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 Ihre Hand, sehr gut, mein Freund Partisan! Какое приятное общество! Здравствуйте, господа командиры! Здравствуйте, товарищ секретарь! Вы мечтали меня пристрелять, хороший русский мужичок. Опять провокация, полковник. Нехорошо, нечестно. Но каждый работает как умеет, важен результат. Ну, господа командиры, и ты, поп, приготовляйся. Мы вас сейчас здесь будем немножко вешать. А тебя, собака, сукин ты сын, я распну на кресте! Благодарю, полковник, за такое особое внимание. Молчать! Комедия окончена! Харлетнан! Нет, полковник, комедия не окончена! Что такое? Вы хотите говорить? Говорите, но каждое ваше слово капля вашей крови! Харлетнан! Вы, полковник, правильно сделали, чтобы подослали к нам вашего Гансика. Мы русские, доверчивый, добродушный народ. Но если наш народ тронуть, он становится страшным своей ненависти. И тогда никакие зверства, никакие пытки не смогут сломить богатырской мощи нашего народа. Кончайте, Кочет! Мой солдат, он не понимает вашей болтовни. Понимают, все понимают. Вы
и ваши солдаты хотите раздавить наш народ, запугать его, сделать своими рабами, не выйдет. Никогда не выйдет. Мы русские, и мы будем мстить вам, гнать вас, бить вас, истреблять, как бешеных собак. Кровь за кровь, товарищи! Теперь комедия окончена. Это бесчестно. Это ловушка. Меня возражает. Каждый работает как может. Каждый результат. Собрать оружие. Степан! Что? Степан! Где Орлов? Товарищ командир, Орлов бежал. Бежал? Сукин сын. Искать Орлова. Задержать Орлова. Там прикинулся, в Арктику захотел, жениться задумал. Наташа, Наташа! Молчи, гад проклятый! Надо, надо, а! Надо! Эх, Наташка, молодцом, ловко ты его, а мы, понимаешь, его ищем. Дурь бежал. Хотел бежать. Где он? А вот он, товарищ командир, лежит, споткнулся. Кто это его? Наташка. Наташа? Зря поторопилась. Повесить бы его. Ничего, и так сойдет. Ну нет, Семен, повесить, конечно, было бы правильнее для всех удовольствия. А так, да черт с ним. Ну, товарищи, теперь туда, на город. На наш с вами город. Нагрянем молниеносно, врасплох, и отобьем его. Семен, и вы, товарищи, быстро собирайтесь и на город. Есть, товарищ. Есть, вперед! А ты, старик, бей в колокол. Пусть жители всего села и всех окрестных деревень бегут сюда к нам. Есть. Да бей сильней. Громче бей, старик, чтоб звон набата в душу русскую врывался. За сердце брал людей, вздымал их ярость и к мести звал. Звони, старик. Есть, Сергей Николаевич. Пойдем, Наташа. Дай-ка. Держи! Эх, и вдарю я сейчас! Господи, спаси землю русскую! Тьфу! Да так вдарю, что всем врагам тошно станет!